Привет всем! Многие уже увлекаются спиннерами, но я не понимаю вообще, в чем прикол этой штуки. Но сейчас я вам покажу, как с помощью силы мысли заставить его крутиться очень-очень быстро. Просто сидим и смотрим на него. Как видите, все легко и просто. Просто смотрим на спиннер, и он начинает раскручиваться. Никакой уловки абсолютно нету. Даже сделаем вот так, чтобы вы понимали. Вот я сижу, ничего нет, я просто приблизил вам на спиннер показать. Это невероятно. Это немногие могут этого достигнуть, конечно, друзья мои, но у вас есть все шансы. Ладно, на самом деле это была шутка, показываю, в чем весь прикол. Использовал свой старый фен с 6-баночным аккумулятором, вот таким вот. Заводим фен, держим в руках, прилично. Будет очень хорошо. И наводим на спину. Все, секрет очень прост, и крутится реально быстро. Руками вы так никогда не закрутите его. Ссылочку на данный спиннер найдете в описании под видео. Пока.